Друзья, всем большой привет! Наконец-то я возвращаюсь. Были некие причины, по которым я эти дни не снимала. Вот, ну да ладно, все, немножко перестановку, как и обещала, мы сделали. Покажу сейчас все, и сегодня еще будем вместе с вами готовить супчик. Ну, в общем, все возвращается на свои места. Буду почаще снимать. Был такой некий перерыв, но все успешно закончилось. Так вот, все. Сейчас быстренько покажу. В зале у нас, конечно же, сейчас полупустой зал, потому что шифонер еще у нас не пришел, а диван мы убрали. И получается, так, сейчас я включусь. В общем, здесь стоял диван, да, второй. Его мы убрали. С кухни мы сюда принесли пока стол. Стол мы будем ставить вот сюда вот. То есть диван будет двигаться. Пока мы ничего не двигаем, так как на этом месте, ну, то есть нужно будет место собирать шифонер. То есть ничего пока мы не сдвигаем. Потом уже шифонер мы вот так вот вдоль стены вот так поставим. Сюда сдвинем диван, насколько это возможно. А на то место поставим стол. Комод, скорее всего, если продастся тот пеленальный комод, который у мальчишек в комнате, я вот этот комод, скорее всего, может быть, поставлю к мальчишкам. Ну, пока не продается, пока, может быть, возможно, и здесь постоит. Ну, в общем-то, посмотрим. Сейчас здесь покажу. В общем, вот сюда мы поставили диванчик. Вписался он, в принципе, сюда неплохо. Ну, непривычно как-то, необычно. Привыкли, что здесь у нас стол стоит. Но, в принципе, неплохо. Потом со временем... Здесь Гоша он устраивает игры. Ему здесь очень нравится играть. Со временем, может быть, сюда поставим телевизор. Но пока это еще не в ближайшее даже время. Чуть-чуть попозже. Так, здесь нужно будет разобрать сушилку. Потом чуть позже вставлю кадры. Мы ездили в Кари магазин. Маленечко подкупили обуви. Я себе купила зимние сапоги. Там сейчас распродажа очень хорошая. Сумочку купила. Сейчас покажу, кстати, сумочку вам. Сумочка мне досталась по бонусам. В общем-то, ну вот так. То есть за бесплатно, можно так сказать. Бонусы спасят, спасибо там, что ли. А, ну, в общем, по карте скопились. И сумочка, ну, почти 2000 стоит. Она как бы вот так мне досталась. В общем, сумочка мне нравится. Слушайте, она такая небольшая. Нравится мне, что когда вот здесь есть вот такие вот штучки. Ну, то есть она более-менее качественная. Так что вот так. Вот такие вот дела у нас, ребятки. В общем, вот такой вот так расположился диванчик. Ну, потом, может быть, какую-нибудь дорожечку сюда куплю, а может быть, и ничего. Не знаю, посмотрим. Пол теплый, лишние дорожки, знаете, раз протер и хорошо. Ну, пока вот так. Пишите, как вам вообще такое месторасположение диванчика. Так, ну что, вот такая перестановка у нас здесь. Здесь мы столик сложили. То есть у нас же большой он был. Мы его сложили. Вот так развернула я его. Дальше. Вот этот стол стоял здесь с микроволновкой. Мы его сюда поставили. В общем, у нас вот так теперь получилось. Мне кажется, неплохо. Так. Сейчас с этого ракурса встану. Ну, вот так. Теперь более или менее кухня как бы цельно смотрится. Вот. Так что вот как-то так у нас теперь. Мне кажется, даже очень неплохо. Так, ну а я здесь поставила компотик варить. Сейчас я его уже выключу, пускай маленько. Тут пока печка остынет, он докипит. Этот изюм.
В общем, помыла изюм и решилась такой отварной изюмчик сделать, отварчик попить. Здесь очень много калия, знаете, очень-очень полезно для печени, прямо замечательно. Я иногда вот так по утрам, у меня есть на канале рецепты, где утром это я пью на голодный желудок. Ну, в общем, как-то так. Здесь у меня бедрышки варятся, я их разрезала, будет супчик у нас. Спагетти поломаю прям, и будет у нас вот такой вот супчик с лапшой, как я его называю. Так, сейчас быстренько почищу картошечку, ну и дальше буду варить. Так, ну все, начинаю готовить. Сейчас быстренько картошечку помою. Сейчас положу в раковину. Опа! Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow что, ну тут прибежал Гоша, я ему решила чаек сделать, потому что попросил. Сахарница пустая оказалась, сахара насыпала. Ну и все, делаю чаек, будет с печеньем пить. Ну и тут у меня убежал суп, я его накрыла и, в общем-то, сбежал. Ну ладно, все, сейчас протрем, все уберем, не страшно, в общем-то. Вот так. Что, супчик сварила. Сейчас покажу. Смотрите, какой прям наваристый.
В общем-то, вот он какой у меня вкусняшка такая. Ну все, готово. Можно будет уже ужинать. Мы уже обед просидели, скушали. У меня было на обед спагетти и тефтели. Ну, сейчас на вечер супчик. Ну и компотик, смотрите, тоже какой наваристый прям. Тоже буду пить. Так, дальше что? Ну все, у меня тут чистенько кругом. Сейчас перемещаюсь в нашу гостиную. Будем ее все называем уже теперь. А вот, буду сейчас белье складывать. И пока я сейчас, наверное, сложу, у меня уже там стирочка достирывается постельная. Будем развешивать. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Здесь показываю обновочки. Съездили мы, Ване купили джокеры, штанишки и вот такую вот кофточку. В общем, ему на день рождения денежки подарили. Ну, в общем, решил вот он выбрать себе вот такой вот прикид. Тут Гоша вам показывает машинку, ему новую купили. Вот, шапочку Ваня еще взял себе. В общем, денежки, хватило денежек ему приодеться, так скажем. В общем-то, вот так, зацените. Ему очень понравилось, он прям доволен. Здесь показываю вам, в магазине вот такой еще был наряд. Но вот он, знаете, выбрал именно вот в зеленом оттенке, так скажем. Ну вот этот мне тоже очень понравился. Кофточка 2200 и штаны также сам, по-моему, 2200. Ну вот так, вот такие вот цены. Ну а здесь я одела сапоги, купила Маше и себе. Это Машины сапожки, так как Маша в больнице. Ну, у нас, в принципе, размер одинаковый. И вот я думаю, что ей будет хорошо. Вот так. Ну, а вот это вот мои сапожечки. Такие, я уже в них ходила. Теплые, очень удобные, прям вообще.